Хаттабыч, большое спасибо за донат. ОДЗ, богиня из Выхина. ОДЗ это общество... Блять, а почему ОДЗ тогда? Ладно, ОДЗ. 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 Может быть это по-польски, типа? ОДЗ. ДЗ как-то читается по-польски как Ж просто, по-моему. Это ОЖ. Ребят, чё, где Саня? Ща напишу. Прикольно, как фильмец небольшой такой. Упс. Слышь, Саня, чё так поздно-то? Ну что, правильно, Саня, нормально приехал? Да ладно, чуваки, чё вы такие токсичи? Без меня бы уже начали. Давайте начнем. Ля, какие кроли, а? Я говорила, у меня в 5 педикюр. Да вон ты, Катюк, дай мы тебя сами сделаем. Ром! Ладно, ладно, поехали. Давайте, раз, два, три, четыре. Ну, забавно, забавно, сценка такая. Возьмем с собой пару грамм, чисто на выхи еду к тебе домой, моя богиня из Выхина. Блин, очень жалко, что барабанов, во-первых, нет. И, конечно, все вокалы, все голоса, это просто какой-то ужасный хор пьяных котов. И плюс все тихо очень. То есть, как бы... Вот, ну, мне бы хотелось, чтобы начался такой прям... Движ, Париж, типа, с переменой кадров. То есть полная такая вот барабанная вся штука, с таким вот сжатым звуком. Сань, вот, ты куда? Типа... Выхина? Нафига? Нафига? Вот ну так надо хотя бы поджать. Еду к тебе домой, моя богиня из Выхина. Тут же каша вот. С собой пару грамм, ну вот. Чисто на Выхина. Ну хотя бы так. Еду к тебе домой, моя богиня из Выхина. Голоса, говорю, вот прям не как, типа, слаженный хор из отточенных партий, а как... Что-то какая-то хуйня какая-то, вот. Прикольно очень в плане клипа, в плане сценки, в плане всего такого. Мне кажется, затянуто... Затянуто вступление перед... настоящим началом песни. Дрожами какими, братья. Что, успокойся? Да пошел ты! Еду к тебе домой, моя богиня из Выхина. Мадель, где ваша манера? Ты только написал, а я уже штаны надеваю лихо. Умеет кукуха и крыха, в голове вихрь. Я уже слышу стоны и крики. То мгновение, когда можно почувствовать себя великим. Я не стесняюсь прикольно оказаться в любом виде перед твоим ликом. Все, чем тревожит суета, дни из главы выкинь. Но я уже еду к тебе, моя богиня из Выхина. Возьмем с собой пару... Вот тоже немного, мне кажется, голос был как будто неразборчив. Типа... То есть в минусе ничего толком нет. Ну, то есть, если слушаться, я все понял, но... Ты только написал, а я уже штаны надеваю лихо. По сути, бас и барабаны, ну, прикольная ритмика, то есть минимализм такой. Но вот, типа, ну вот, я говорю сейчас, верхние частоты есть, все как бы прорезается, все окей. Блять, кукуха и крыха. Молодец, вихрь, я уже слышу стоны и крики. Я вопрофанный крик, то есть... В то мгновение, когда можно почувствовать себя великим. Я не стесняюсь оказаться в любом... Типа там, где должен быть голос, там тарелки. Видеть перед твоим ликом все, чем... Но... Вы выкинь, но я уже еду к тебе, моя богиня из Выхина. Возьмем с собой пару грамм, чисто на Выхина. Еду к тебе домой, моя богиня из Выхина. Не хватает какое-то вот заполнение как будто. То есть бас-барабаны, и нет типа либо гитары, либо вот... Да и баса маловато. Еду к тебе домой, моя богиня из Выхина. Ну и с вокалами я уже сказал, очень странно все. Будем там бить. А клип прям реально прям здорово.
То есть вот именно видеоряд за клип вообще просто супер. То, о чем я слыхом не слыхивал. Хотя тоже, ну типа, недостатки клипа ерунда такая. Мелогинь из выхода, смотри, я уже выехал. Я привык терпеливым, едя вниз по ветке цвета сливы. Мне не интересно тебе сплетни и сливы. Мне важно лишь то, что ты делаешь меня счастливым. И я проеду час в метро с терпением, с которым мореплаватели проходили проливы. И пусть я не читала ни Платона, ни Шекспира, во время пира я украчу строптивую, не разлив пива. Графика прям какая-то сделана, то есть, ну вообще нормально. С собой пару грамм, чисто на выхина. Чисто на что? Еду на выхина. Или как? Моя богиня из выхина. То есть как будто есть один нормальный голос и куча говна поверх. То есть, допустим, вот есть основной, он типа «Еду к тебе домой, моя богиня из выхина». Что-то такое. Просто, ну, спел и спел нормально. А остальные «Еду к тебе домой». Как будто, блядь, вот... Вот взяли нормально и поверх насрали. Вот примерно так это звучит. Не как бэк, который типа там в терцию поставлен и подтюнен. Не как там фальцетная какая-то такая, а как что-то вот. И микс тоже, вот этот вот фон. Вот без голосов как звучит. Да что же у всех. Что за аккорд, что за нота? Моисей не слышит. То самое, не слышит текст. А потом говорить. Во-первых, у меня не вакуумные затычки, я не уважаю вакуумные. Можно слушать. Спасибо, Логия Спирта. Во-первых, у меня не вакуумные затычки, потому что я их не уважаю. Во-вторых, у меня, блядь, во-первых, это нормальные уши, еще в них отстроить можно. Кстати, не включен, на самом деле. Ну хорошо, то есть, смотри, вот, допустим, я сейчас включу. То есть, ну просто вам это будет... Слышно не так, допустим, как это мне. Ну, я, предположим, включу сейчас. То есть вот я знаю этот микс, я знаю, как он должен звучать. Я, предположим, убрал здесь, вот так. Слушай, короче... Сейчас. Вот вообще без обработки. Ну, допустим, чуть-чуть почище, типа это чуть-чуть буквально расчищает такие там не низы, нижнюю середину. То есть, на самом деле, я просто к этим наушникам привык уже и вот приушнулся, и все как бы четко, ну, слышно. Вот я включил этот эквалайзер. То есть, вы слышите микс теперь с меньшей нижней серединой, я его слышу... Ну, вроде как так, типа, как он должен идеально быть. И вот, допустим, я сейчас его скажу, как он идеально звучит. С собой пару грамм, чисто на выхина. Честно, да, голос стал сильно более разборчив. Да, есть такое, надо признать. Но! Ну вот, я слышу, типа... И вот басуха, а к ней как будто какой-то обертон добавлен, и как каша из говна какая-то идет. Вот послушайте вот здесь. Вот. Вот что, блядь? Как будто не бас, а какой-то вот как гундёж такой. Вот если я не знаю, вот так сделаю. А, ну, допустим, вот, смотрите, вот я включил функцию разгона на компе, сейчас он раскочегарится, и вот так я сделал, например, и вот так, допустим, ну или где там вот, блять, сейчас... Блин, все равно не то. То есть тут такой просто идет шум. А нужен, вот представьте, такой типа, вот бывает какой-нибудь, как пропеллер, какая-нибудь такая хуйня, и такой гундеж такой, типа, там стиралка вот как будто. Вот это. Вот стиральная машина, если хуячит. Вот что-то примерно похожее. Вот по моим ощущениям, басло здесь вот... Вот какая-то вот, как будто в нижних частотах какая-то просто вот хуйня лютая идет. Еду к тебе домой, моя богиня из выхина. Со включенным вот этим эквалайзером, да, надо признать, ребят, типа... Выхина. Сильно стало разборчивее.
еду к тебе домой, моя богиня из Выгина. Ну, типа, да, да. Но суть в том, что, типа, даже без этого эквалайзера, условно, я включу Pearl Jam. Хотя, надо признать, теряется. А так? У меня теряется, да. Но все равно не сильно, типа, короче, блядь, ладно, похуй. Я панк. Блин, надо будет отразить этот эквалайзер, навесить его потом на вот сюда, чтобы вы, короче, в итоге слышали все. Чтобы я себе включал его, а вам, типа, компенсировал. Еду к тебе домой, моя богиня из Выгина. Но все равно, то есть это не отменяет, что в вокалах какая-то полная каша, именно реально. То есть может уже даже не по частотам, может даже да. Хотя тоже, ну, блядь, типа, алло, если я другие песни слушал, и мне это особо вот прям не бесило, а здесь все-таки на это обратил внимание настолько вот тотально, то, наверное, это есть. Сань, а? Че, не поехал к богине из Выхина? Короче, так, народ, смотрите. Давайте сделаем вот так, следующим образом. Вот так. Скажите, дерьмовый ли стал звук сейчас? То есть... Перлы больше с эквалайзером зашли сочнее было. Вот как прикольно получается. Давайте я сейчас попробую проверить. То есть полез ли какой-то кал? Моисей резерв. Конечно, с мобилы так, но все равно, то есть оно будет сразу заметно. Шипящее. Не должно такого быть. Не должно такого быть. Это бред. Такого, ну, то есть так, это вообще бред. Такого не может быть, типа. Так, короче, я сейчас послушаю. Кало, но... Проще сам послушать. На самом деле, 5 секунд. Так. Ну, что за хуйня, блин? Так. Шипящее. Не должно такого быть. Не должно такого. Да, блядь, что за хуйня? Он мне не оттуда ставит, откуда я мотаю. Сейчас, секунду. Шипящее. Не должно такого быть. Не должно такого быть. Нет, чувак, у тебя с наушниками кал какой-то. Вообще бред собачий. Нет такого. Такого, ну, то есть, так, это вообще бред. Такого не может быть, типа. А вот так. Такого, ну, то есть, так, это вообще бред. Такого не может быть, типа. Так, короче, я сейчас послушаю. Так, значит, смотрите, сейчас я включил, вот я макаю сам себе руками, чтобы я этот момент нашел в видосе и послушал. Я включил и тот эквалайзер. Слушаю. Смотрите, сейчас я включил, вот я макаю сам себе руками, чтобы я этот момент нашел в видосе и послушал. Я включил и тот эквалайзер. Нихуя не поменялось, мне кажется. Слушаю. Смотрите, сейчас я... Короче, вообще нихуя не поменялось, господа, поэтому я его, да, сделаю действительно так. Зудящий песок гитарного дисторшена. Можно, конечно. Наверное. Ну, то есть смотри, без капсима, если ты просто педаль захуярил. Ну, типа, да, не получится прям пиздато сделать, мне кажется. Ну, то есть гражданскую оборону только можно сделать без капсима. Пиздато прям вообще без какого-нибудь там симулятора не выйдет. Да нет никаких высоких, ребят. Что за бред вообще? Не может быть такого. Только можно... Какие, блядь, высокие. Сейчас... Я единственное, во что готов поверить, это... Блядь, они и так срезаны. Это где-то вот здесь. Которые в моих наушниках нихуя не...
нет, а да, вот, вот эта вот хуйня. Но на колонке JBL она может, блядь, бесить. Я ее вот так прям супер узко могу хуйнуть. Но, по-моему, вообще бред, ничего нет. То есть я, блядь, ну я с айфона послушал, с хуйфона нет никаких. Может, у меня, конечно, слух совсем затупился, но, по-моему, ничего такого нет. Ну, типа, блядь, не знаю, алло, вот я, допустим, послушаю, вот у Лебедева звук пиздатый всегда. Давайте сравним ради интереса. Возьмем с тобой пару грамм чисто на Выхином. Еду к тебе домой. А, на Выхином. Моя богиня из Выхина. Ну, на Выхином все равно так, типа... Хер допрёшь еще, что имелось в виду. Давайте, короче, врубим вот этот. То есть у него там прям супер охуенный базару ноль. Важнейшая новость прошедшей недели. Я взял палец и пощупал так вот. Важнейшая новость прошедшей недели. Я взял палец. Засунул его под рукав с прошедшей недели. Я взял палец. Сейчас. Хуй. Ладно, давайте вот так попробуем. Пизда. Пизда, пизда, пизда. Жопохуйная пизда, пизда жопа и хуй. Ну, короче, блять, ну я не знаю, просто он так начинает уже как-то что-то какую-то прям совсем хуебазу творить. Я диэсер пытаюсь накрутить. Но он должен именно против вот... Против S быть, а не против шейща. Fucking slaves, fucking slaves. Ну так, допустим, хуй знает, блять, можно. Ну, по-моему, какой-то пиздец. Раз, два, три, четыре. Раз. Раз, два, раз, два, раз. Сейчас, блять, все испорчу, только в пизду. Короче, вообще бред. У меня вот высокие, они у меня отрезаны. До, там, выше четырех вообще все отрезано. Так что, блядь, странно. Че, по средним именно самым эквалайзером. На Джерри, да, конечно, норм, можно посмотреть. Так. Новая песня тех самых, можно на запись. Дом под снюс. Угу. А чё это всё было вообще? Блять, я так и на паузу не поставил, сука. Пиздец.